人的一生要想得着捷径，心情大到变化，活出一个有意义的人生，尽到手造之物的本分，得接受神的心发审判，让神的管教极大不离开。 是你脱离撒旦的摆布，脱离撒旦的，全是活在神的光中。你得知道神的心法审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。你得知道神的心法审判就是光。 Этот гимн напоминает мне о том, что я испытала, будучи новичком. Тогда Божьи слова, Божье обличение и суд являются светом, светом спасения человека и для человека нет лучшего благословения или защиты, были мне совсем непонятны. Мне казалось, что проходить через суд и обличение должно быть очень тяжело. Так почему же Бог говорит, что это защита и благословение для нас? После этого я испытала на себе суд Божьих слов, меня подрезали и со мной разобрались. Так что я на своем опыте поняла это и ощутила практичность Божьих слов. Помню, в конце июня 2015 года меня выбрали пастором в приходе из пяти церквей. Поначалу я волновалась, собираясь с лидерами и диаконами этих церквей. Переживала, что мое понимание истины поверхностно, и я не смогу быть полезной. Поэтому я тщательно готовилась к каждому собранию и всерьез размышляла над Божьими словами для обсуждения. После беседы о Божьих словах, я спрашивала участников, с какими трудностями они столкнулись. Я боялась, что они спросят о незнакомых мне вещах, и я не сумею ответить. Поэтому я молилась, прося Бога помочь мне быть честной, и беседовать только о том, в чем я разбираюсь. Хорошо. Да. Если я чего-то не понимала, то открыто признавалась, что у меня нет понимания. А потом молилась и искала дальше. Mm -hmm. Практикуясь так некоторое время, я постепенно усвоила некоторые принципы работы в церкви. И узнала больше об этой должности. Я была более мотивированной, чем вначале. И трудилась, не покладая рук. Меня уже не пугали встречи с лидерами церквей. И я знала, как решать проблемы. Я слышала, как другие говорят обо мне, что я так молода, только недавно уверовала, но так полна веры, способна идти на жертвы и искать истину. Я была очень довольна собой. Вскоре после этого я провела выборы в церкви. Все лидеры церквей, которыми я руководила, были избраны. Видя эти результаты, я подумала, что справляюсь с работой, и неудивительно, что меня выбрали проповедницей. Ведь у меня хороший уровень, и я талантлива. В конце августа 2015 года... Когда мне казалось, что я прекрасно выполняю свой долг, вышестоящий лидер сказала, что в силу юного возраста, незрелой человечности, я не могу решать реальные проблемы и исходя из принципов, я совсем не подхожу на должность проповедницы, и я должна обучаться на лидера. Как ты тогда восприняла такое обустройство? Я не осмелилась ничего сказать, но чувствовала себя подавленной. Мне казалось, что, несмотря на ограниченный жизненный опыт, я очень быстро добивалась результатов и усвоила принципы работы церкви. Недавно я даже сама провела несколько церковных выборов, и все говорили, что я ищу истину. Поэтому было несправедливо поручать мне другой долг. Кроме того, у меня было неплохое понимание и уровень, и я училась быстрее других, поэтому мой потенциал роста... Должен был быть самым высоким. И я была единственной проповедницей, не связанной родственными узами. Я искренне веровала. Была способна страдать и идти на жертвы ради долга. Так почему же меня перевели? В течение нескольких дней я думала исключительно об этом. И мне было неспокойно. Я предстала перед Богом в молитве. Боже какой урок я должна извлечь из этого перевода? Я не вижу в чем проблема, прошу направь меня. Mm -hmm. Я прочла такой отрывок из божьих слов. Когда ты сталкиваешься с проблемами реальной жизни, как ты должен постигать и понимать власть Бога и его господство? Когда, столкнувшись с проблемами, у тебя не получается понять, решить и пережить их? Каким должно быть твое отношение, чтобы показать желание покориться и реальность покорности Божьим обустройством? Прежде всего, ты должен научиться ждать. Затем нужно научиться искать. И после этого покоряться. Ждать означает ожидать времени Божьего. Ожидать людей и событий, которые Он приготовил. Ждать, пока Его воля постепенно тебе явится. Искать, значит, постигать искренние намерения Бога в отношении Тебя через людей и события, запланированные им. Постигать истину. Понимать, чего люди должны достичь и каких слов придерживаться. Понимать, каких результатов Бог намерен достичь в людях и каких свершений Он намерен в них добиться. Покоряться относится к принятию людей, событий и предметов запланированных Богом, принятию Его владычества и познанию того, как Создатель диктует судьбу человека, каким образом Он обеспечивает человека своей жизнью, а также как внедряет в человека истину. Аминь. Аминь. Божьи слова указывают путь практики в неблагоприятной ситуации важно научиться ждать, искать и покоряться. Да. Ты права. В тот момент я осознала, что мой долг изменился. И хотя я не понимала Божьей воли и не знала, какой урок извлечь, я, по крайней мере, должна смириться, ждать и искать Божью волю. Да. У -у -у. Если я буду проявлять недовольство, то это точно станет мятежом против самого Бога. Потом... Я помолилась Богу, готовая выполнять свой долг в роли лидера церкви. Mm -hmm. Затем через пару месяцев моя напарница, сестра Криста, сказала мне, что церкви выбирают проповедника, и наш руководитель назначила кандидатов. Услышав это, я не могла успокоиться. Я воскликнула. Что? Она назначила кандидатов? В принципах проведения выборов есть запрет на назначение кандидатов. Так поступают сатана и большой красный дракон. Поступать таким образом значит нарушать принципы. Тогда моя напарница ответила. Я тоже об этом слышала, но не знаю, правда ли это. Лучше не говори никому. Конечно. Когда она так сказала, я, конечно же, согласилась на словах, но внутри продолжала думать об этом. Нет дыма без огня. Если все было не так, то зачем кому-то придумывать такие вещи? Она явно это сделала и попалась, поэтому и пошли разговоры. Раньше я была проповедницей, и она перевела меня, а теперь назначает кандидатов. Она явно нарушает принципы. Поэтому я рассказала об этом лидеру другой церкви, сестре Лизе. Говорить такое, не разобравшись в ситуации, значит настраивать людей против руководства и подрывать работу. Да. Mm -hmm. В тот момент я была немного не в себе. Mm. Через некоторое время Лиза сказала мне, что во всем разобралась на одном из собраний. Руководитель никого не назначала. Да. Yeah. Руководитель сказала, что распространяя этот слух, я нарушаю работу. Услышав это, я очень обиделась. Ведь у меня не было таких мотивов. Я просто рассказала Лизе то, что знаю о руководителе. Руководитель сочла меня пристрастной и раскритиковала перед другими людьми. Как я покажусь на глаза? Думая об этом, я чувствовала обиду и не могла сдержать слез. Я молилась Богу и просила Его направить меня, чтобы я, наконец, усвоила урок несколько дней я ходила подавленная и несчастная у меня совсем не было энергии mm. после этого я прочитала отрывок из божьих слов предупреждение тем кто не практикует истину mm -hmm. Mm -hmm. те из братьев и сестер кто постоянно дает выход негативу прислужники сатаны и нарушают порядок в церкви Однажды такого типа люди непременно должны быть изгнаны и отсеяны из церкви. Если люди в своей вере в Бога не покорны Ему и не благоговеют перед Ним, тогда они не только не смогут выполнять работу для Бога, но напротив станут людьми, которые нарушают Его работу и противятся Ему. Люди, истинно верующие в Бога, имеют Его в своем сердце. Их сердце всегда благоговеет перед Богом и любит Его. Те, кто верит в Бога, должны действовать со смотрительностью. И все их поступки должны быть в согласии с Божьими требованиями и угождать Божьему сердцу. Они не должны быть упрямыми, делая все, что им заблагорассудится. Это не подобает святым устоям. Люди не должны бесчинствовать, размахивая Божьим знаменем, и обманывать. Это мятежное поведение. В семьях есть правила, в странах – законы, не тем ли более в Доме Божьем. Разве стандарты и постановления в Нем не намного строже? Люди вольны поступать, как им хочется, но Божьи постановления нельзя менять произвольно. Бог не терпит оскорблений от людей. Он – Бог, предающий людей смерти. Разве люди еще не знают этого? Аминь. Аминь. Божьи слова, прислужники сатаны и нарушают порядок, очень напугали меня. Исходя из слов Бога, говорить Лизе, что руководитель назначает кандидатов без понимания ситуации, mm -hmm. означало сеять раздор и слухи. Mm -hmm. Верно. Криста предупредила меня, что это лишь слухи и что она не отвечает за их достоверность. А я просто пошла и рассказала об этом Лизе. Я хотела, чтобы все думали, будто руководитель в нарушении принципов назначает кандидатов в таком важном деле, как выборы, причем тайно. Я настраивала людей против нее. Поступая так, я, по сути, подсиживала руководителя. Я действовала как прислужник сатаны. Если бы не откровение Божьих слов, мы не поняли бы всю серьезность. Ты прав. Я прочла еще один отрывок из Божьих слов. Те, кто от сатаны, будут возвращены ему, а те, кто от Бога, будут искать истину. Это определено их природой. Пусть сгинут все люди, кто следует за сатаной. К ним никогда не будет проявляться жалость. Пусть те, кто ищет истину, обретут снабжение, и пусть они в полной мере наслаждаются Божьим Словом. Бог праведен, он никому не оказывает предпочтения. Если ты дьявол, то ты не способен практиковать истину. Если ты тот, кто ищет истину, то ты не попадешь в плен к сатане. Это вне всякого сомнения. Аминь. Аминь. Читая Божьи слова, пусть сгинут все, кто следует за сатаной, я начала дрожать от страха если бы я не покаялась, а поступала бы по своей прихоти как прислужник сатаны, то Бог разоблачил бы меня и отсеял. Да. Те, кто принадлежит сатане, будут возвращены сатане, а те, кто принадлежит Богу, будут искать истину. Если я могу искать истину, чтобы разобраться в своих прегрешениях, разве я не обрету Божью милость. После этого я задалась вопросом: Почему я так резко среагировала на рассказ Криста о том, что руководитель назначает кандидатов? За пару месяцев до этого мне поручили другой долг. Я расстроилась и не взлюбила этого руководителя. Поэтому, когда до меня дошли слухи, будто она назначает кандидатов, мне показалось, что она наверняка поступает не по принципу. Поэтому я рассказала об этом Лизе, желая настроить ее против нашего руководителя. Я осуждала своего руководителя, и в этом был элемент мести. Это был такой подлый порочный мотив. Да. Увидев эту мерзкую сторону себя, я устыдилась. Если бы руководитель сразу же не раскрыла суть моих действий и не показала мои истинные мотивы, тогда братья и сестры, узнав фальшивую новость о руководителе, точно настроились бы предвзято по отношению к ней. И не смогли бы с ней сотрудничать. Это напрямую повлияло бы на работу церкви. Да. да, последствия этого серьезны. Верно. Сейчас я жалею об этом. После этого я обратилась к Богу с молитвой и покаялась. Я сказала: Боже, я действовала как пособник сатаны, нарушала работу церкви. Я больше не хочу действовать из развращенности. Хочу понять свои прегрешения и злые дела. И покаяться. Направь меня. Аминь. Все это время я молилась Богу и искала. Почему тогда я так противилась изменению своего долга? Вплоть до того, что стала работать на сатану, вносить раздор среди людей, осуждать руководителя. Что побудило меня на это? Однажды я увидела, такие Божьи слова. Те, кто превозносит себя перед Богом, самые низменные из людей. А те, кто считает себя ничтожными, самые достойные. А те, кто думает, что знает Божий труд и кто способен возвещать другим о Божьем труде с помпой, самые невежественные. У таких людей нет свидетельства о Боге. Они высокомерны и самодовольны. Я призываю всех вас не считать себя ценнее золота. Если другие могут принять суд Божий, то почему не можешь ты? Насколько выше других ты стоишь? Если другие могут склонить головы перед истиной, почему ты не можешь этого сделать? Аминь. 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 Божьи слова суда и откровения попали мне прямо в сердце. Я была заносчивым человеком, я была проповедницей и усвоила некоторые принципы. И вообразила, что у меня хороший уровень, что я быстро учусь. Что у меня талант и меня нужно взращивать. Слыша, как другие хвалят меня за то, что я в юном возрасте способна страдать и жертвовать, я стала зазнайкой. Я присвоила себе ярлык Искателя Истины. Руководитель побеседовала со мной о принципах и сказала, что я не готова служить в качестве проповедницы, но я не согласилась. Мне казалось, что переводом на другую работу руководитель усложняла мне жизнь, что она не следует принципам. Я была слишком высокого мнения о себе, не видела, кто я на самом деле. Я думала, что отлично подхожу на роль проповедницы. Но на самом деле я недолго была верующей и не имела большого реального опыта. Когда церковные лидеры плохо сотрудничали, я не могла помочь им из-за отсутствия практического опыта. Два месяца после перевода я по-прежнему была недовольна и никак не могла смириться с этим. Я осуждала действия руководителя как противоречащие принципам. Я была очень самоуверенной. Я была не способна решать реальные проблемы, опираясь на истину. Сталкиваясь с проблемами, я не покорялась и не извлекала уроков. Одного этого было достаточно, чтобы понять, что у меня нет практического опыта. Я не понимаю истины и не знаю о своей развращенности. Разве я могла решить реальные проблемы в этих церквях? Мы не можем выполнять работу без истины. Конечно. Когда руководитель поручила мне другой долг, она сказала, что я не могу решать реальные проблемы. Если бы не эта ситуация, я бы никогда не поняла, насколько я была заносчивой. Да, верно. Самоуверенным, которые многое возомнили о себе, угу. трудно подчиниться Божьему правлению. Да. Угу. Потом я прочла отрывок из Божьих слов. В настоящее время Бог судит тебя, обличает и осуждает тебя. Но знай, что это осуждение для того, чтобы ты познал самого себя. Он осуждает, проклинает, судит и обличает тебя только для того, чтобы ты смог познать себя. Чтобы изменился твой развращенный характер. Более того, чтобы ты познал свою ценность. И, наконец, увидел, что все дела Божьи праведны, совершаются в соответствии с его характером и потребностями его работы, согласно его плану спасения человека, и что он – праведный Бог, любящий и спасающий людей, судящий и обличающий их. Аминь. Аминь. Прочтя Божьи слова, я очень растрогалась. Если бы меня не перевели, я бы не знала, насколько я заносчива. Разоблачение, суд и откровение Божьих слов задели меня за живое. Но это помогло мне увидеть, что я не благоговела перед Богом, угу. служила сатане ради собственного статуса и выгоды, и нарушала работу церкви. Невозможно избавиться от развращенности без суда Божьих слов, без исправления. Угу. Угу. Верно. Только через принятие суда Божьих слов и осознание своей развращенности можно измениться. Да. да. С тех пор я тружусь изо всех сил на посту лидера. Mm -hmm. Моя напарница Криста, помимо выполнения долга, заботилась о семье. Ah. У меня не было семейных обязанностей, так что я была посвободнее. Когда у других возникали трудности, я чаще беседовала с ними и решала вопросы. Сначала я относилась к Кристе с пониманием и сочувствием. Но со временем мне стало казаться, что я работаю больше нее. Иногда в ее семье возникали неурядицы, и я видела, что она не сразу переключается на церковные дела. Я немного ее презирала за это. Мне казалось, что она слишком привязана к семье, и со временем это станет тормозить работу церкви. Иногда я проводила беседы с Кристой, но видя ее обеспокоенность, я начинала говорить с ней тоном презрения и пренебрежения. Она чувствовала себя ущемленной. Боялась, что сделает что-то не так, и я буду ее ругать. Поскольку я не очень понимала свой собственный заносчивый характер, вскоре снова начали проявляться мои старые проблемы. Криста стала кандидатом в проповеднице, а затем и проповедницей. Мне было очень тяжело с этим смириться. Я думала... Что не могу стать кандидатом только из-за возраста? Разве она подходила лучше меня? Мой уровень был выше, я активнее работала и не была привязана к семье. Меня подрезали и исправили, потом разоблачили за провал работы. И я немного разобралась в себе. Я понимала, что все еще проявляла заносчивость, но довольно сильно изменилась. И вот Кристу избрали проповедницей. Ответственной за работу нескольких церквей, а я отвечала за одну церковь. Неужели мне чего-то не хватает? Да, я молода, но не был ли мой перевод растратой моего таланта? Неужели я способна возглавлять всего одну церковь? Почему руководитель не заметила, что я изменилась? Ты все еще не до конца поняла себя. Mm -hmm. Да. Проповедница сестра Мария несколько раз проводила подрезку и разбиралась со мной. Она сказала, «Мне казалось, что у тебя очень хорошая человечность. И меня удивляет, что ты такая заносчивая. При невысоком уровне ты смотришь на братьев и сестер свысока. Ты постоянно недовольна другими. У тебя очень дурная человечность». Услышав ее слова, я была сильно шокирована. Почему на каждом собрании она говорит о моих проблемах? Почему она так строга со мной? Да, я была развращенной, немного заносчивой, но зачем так разговаривать? Когда я не выдерживала, то убегала в ванну и плакала. Мне казалось, что мне в сердце вонзили нож. Я каждый день молилась Богу и просила Его направить меня, чтобы я усвоила урок. Как тебе удалось выйти из этого состояния? За это время я прочла много Божьих слов суда и откровения и один отрывок произвел глубокое впечатление. <с <Powell> <с <nett wax shimmer> для вас было бы лучше посвятить больше усилий истине познания себя. Почему вы не нашли благоволения у Бога? Почему ваш характер омерзителен для Него? Почему ваши слова отвратительны для Него? Хвастаясь своей преданностью, вы требуете награды за свою малую жертву. Проявив послушание, вы пренебрегаете другими, а выполнив какое-то задание, забываете о Боге. За то, что вы принимаете Бога, вы хотите даров и похвалы. Ваше сердце ноет, когда вы жертвуете одну-две монеты, а когда отдаете десять, то за это вы желаете получить благословение. О человеческой природе, подобной вашей, противно говорить и слышать достойны ли похвалы ваши слова и поступки, исполняющие свой долг и не исполняющие его, ведущие и ведомые, принимающие и не принимающие Бога, дающие пожертвования и не дающие, проповедующие Слово и внимающие Слову, и так далее, все они восхваляют себя. Разве это не смешно? Вы верите в Бога, но не можете быть совместимы с Ним, у вас нет совершенно никаких достоинств и все равно продолжаете хвалиться. Вы настолько лишились здравомыслия, что более не способны совладать с собой. Как же вы с таким разумом можете быть достойными прикоснуться к Богу? Неужели сейчас вам не страшно за себя? Ваш характер уже ухудшился, и вы не можете быть совместимы с Богом. Если это так, то не смехотворна ли ваша вера, Невздорная и абсурдная ли у вас вера? Как вы смотрите на свое будущее? Как вы будете выбирать, каким путем идти? Аминь. Аминь. Божьи слова открыли мое состояние. Усвоив несколько принципов выполнения долга, я вообразила, что у меня талант. Чуть пострадав, я возгордилась и занялась, как мне казалось, поиском истины. Когда мы с Кристой работали в паре, я делала чуть больше работы и считала, что мое устремление лучше. Видя, что Кристу отвлекают семейные дела, я не проявляла к ней сочувствия, обесценивала ее. Часто бросала на нее недобрые взгляды. Я совсем не проявляла к Кристе любви, а только сдерживала ее. Это раскрывало Заносчивый характер и было противно Богу. Верно. Да. Несмотря на семейные неурядицы, Криста обладала хорошей человечностью. К тому же, ее беседы были очень практичны, и она умела разрешать проблемы других. Например, во время сельхозработ некоторые опаздывали на собрания или ходили нерегулярно. Я беседовала с ними о том, что сейчас важно искать истину что плотская жизнь ничего им не принесет, а тяга к комфорту погубит их. Я говорила эти пустые банальности, они кивали головами в знак согласия, а потом шли обратно на сельхоз работы и продолжали опаздывать на собрание. Но у Кристы были семейные неурядицы, поэтому она понимала их жизненные трудности. Она помогала братьям и сестрам, беседуя с ними о своем опыте, они понимали, что ее слова практичны, а затем как правило начинали ходить регулярно. Мы обе беседовали с братьями и сестрами. я не могла решить их насущных проблем. А Криста всегда добивалась реальных результатов. Из этого понятно, что у нее действительно есть практический опыт. Да что-то основанное на доктрине звучит правильно, mm -hmm. но в отрыве от реального опыта, не может обеспечить путь практики и помочь братьям и сестрам. Mm -hmm. Верно. Позже я прочла еще один отрывок, пояснивший мне, что такое реальность. Посмотрим видео. Хорошо. Давайте. Всемогущий Бог говорит брать Божьи слова и уметь без стеснения объяснять их не значит обладать реальностью. Все не так просто, как ты себе представляешь. Обладаешь ли ты реальностью, зависит не от того, что ты говоришь, а от того, чем ты живешь. Только тогда, когда Божьи слова станут твоей жизнью и твоим естественным выражением, можно будет сказать, что у тебя есть реальность, и только тогда тебя можно будет считать достигшим подлинного понимания и настоящего духовного состояния. Ты должен быть в состоянии выдерживать проверку в течение длительного времени и быть способным воплощать образ, требуемый Богом. Это не должно быть просто позерством – а должно исходить от тебя естественно. Только тогда ты действительно будешь обладать реальностью и обретешь жизнь. Горе тем, кто высокомерен и заносчив, и тем, кто ничего не знает о себе. Такие люди умело говорят, но хуже всех применяют свои слова на практике при малейшем намеке на неприятности, у этих людей начинают возникать сомнения, и в их умы закрадывается мысль «все бросить». Они не обладают никакой реальностью, а просто имеют теории, которые выходят за рамки религии и лишены какой-либо реальности, которой сейчас требует Бог. Мне больше всего противны те, кто только излагает теории, не обладая какой-либо реальностью. Работая, они громче всех кричат, но сдают, едва столкнувшись с реальностью. Разве это не показывает, что эти люди не обладают реальностью? Какими бы свирепыми ни были ветер и волны, если ты можешь устоять, не допуская в свой разум ни малейшего сомнения, можешь проявлять твердость и удерживаться от отречения, даже если больше никого не осталось, тогда ты будешь считаться имеющим подлинное понимание и действительно обладающим реальностью. Если же повернешь, куда дует ветер, последуешь за большинством и научишься повторять за другими, как попугай, тогда каким бы красноречивым ты ни был, это не будет доказательством того, что ты обладаешь реальностью. Поэтому я советую тебе не выкрикивать преждевременно пустые слова. Знаешь ли ты, что Бог собирается делать? не веди себя, как еще один Петр, чтобы не опозориться и не лишиться возможности высоко держать голову. Это никому не пойдет на пользу. У большинства людей нет реального духовного роста. Хотя Бог проделал большую работу, Он не обрушил на людей реальность. А если еще точнее, Он никогда никого лично не обличал. Такими испытаниями были разоблачены некоторые люди, которые все дальше простирали свои грешные руки, думая, что Бога нетрудно заткнуть за пояс, что они могут делать все, что хотят. Поскольку они не в состоянии выдержать даже такого рода испытания, о а более сложных испытаниях для них – Нечего и говорить, равно как и об обладании реальностью. Разве они не пытаются просто обмануть Бога? Обладание реальностью ⁇ это не то, что можно подделать, да и саму реальность ты не обретешь, просто зная ее. Это зависит от твоего фактического духовного состояния, а также от того, Сможешь ли ты выдержать все испытания? Понимаешь? Аминь. 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 Божьи слова совершенно ясны. Обладает ли человек реальностью зависит не только от того, что он говорит, но и от того, практикует ли он истину, свидетельствует ли он о Боге своей жизни. Конечно. Если, поняв доктрину, вы думаете, что обладаете реальностью, что вы заносчивы и не знаете себя. Да, да. да. Я такой и была. В целом я ощущала, что исполнена веры. Вовремя справляюсь с церковной работой, с энтузиазмом выполняю долг и могу подчиняться Богу. Но то, что Кристу избрали проповедницей, действительно вывело меня из равновесия. Мне казалось, что я лучше ее, так почему же выбрали не меня? Я считала, что ко мне отнеслись очень несправедливо. Судя по моему поведению, я совсем не знала себя, и я не могла подчиниться Божьим обустройствам. Я не обладала реальностью истины. Верно. Я просто с энтузиазмом выполняла долг и умела излагать доктрины. Я приняла эти вещи за свой духовный рост. Но на деле совсем не понимала реальных проблем братьев и сестер и не умела решать их. То, что меня назначили лидером церкви, уже давала мне шанс. Но я не знала себя и хотела служить проповедницей. Я была такой заносчивой. Я хотела быть особенно ценной для Бога, что было невозможно. Богу не нравятся лишенные разума люди. Видя, что у меня заносчивый характер, и я не меняюсь, а мое поведение так отвратительно Богу, я раскаивалась. У меня было ощущение, что я совсем себя не знаю. Если бы Мария не разобралась со мной, я бы не заметила своих проблем. Слава, Слава богу. богу. Слава богу. Потом я прочла отрывок из Божьих слов, который помог мне понять Божью волю. Ага. Я прочитаю. Хорошо. Mm. Страница тысяча десятая. Когда вы испытываете небольшие трудности, это полезно для вас. Если дать вам расслабиться, то вам это будет погибелью. И как тогда защитить вас? Сегодня вам дается защита именно благодаря тому, что вы получаете обличение, суд и проклятие. Вы защищены именно из-за того, что вы страдали. Иначе вы давно впали бы в разврат. Это не для того, чтобы усложнить вам жизнь. Природу человека трудно изменить. Поэтому так необходимо, чтобы изменился его характер. Сегодня вы не обладаете даже совестью или разумом, которыми обладал Павел. Не обладаете даже его самосознанием. На вас все время нужно оказывать давление, а вас всегда нужно подвергать обличению и суду, чтобы пробудить ваш дух. Наибольшая польза для вашей жизни от обличения и суда. Когда необходимо, обличение фактами должно постигнуть и вас. Только тогда вы полностью подчинитесь. Вы по природе вашей такие, что без обличения и проклятия не желаете склонить голову, не желаете повиноваться. Без фактов перед вашими глазами не достичь результата. Вы презренны и никчемны по своему характеру. Без обличения и суда вас нельзя было бы покорить, и ваша неправедность и непокорность не были бы одолены. Ветхая природа глубоко укоренилась в вас. Посади вас на престол, вы бы не знали ни о высоте небес, ни о глубине земли, ни о том, куда вы направляетесь. Вы ведь даже не знаете, откуда произошли. Как же вам познать владыку творения? без своевременного обличения и сегодняшних проклятий, давно бы уже настал ваш последний день. Что уж говорить о вашей судьбе, разве не грозит ей еще большая опасность? Без этого своевременного обличения и суда, кто знает, насколько надменными вы стали бы, или насколько бы вы развратились. Эти обличения и суд не только привели вас в сегодняшний день, но и сохранили вам жизнь. Если бы вы все еще воспитывались по методам вашего отца, кто знает, в какой бы мир вы в итоге вошли? У вас совершенно нет умения владеть собой и размышлять над собой. Для таких, как вы, мои цели будут достигнуты, если вы будете просто следовать и повиноваться, не создавая помех и хлопот. Разве вам не лучше просто принять сегодняшнее обличение и суд? Какие еще у вас есть варианты? Аминь. 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 Божьи слова совершенны. М -м. Его суд и обличение это лучшая защита и спасение М -м. для нас. Да. 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 Читая Божьи слова, я вспоминала, как служила проповедницей и как затем мне поручили исполнять другой долг. Я действительно ощущала, что суд и подрезка Божьих слов защищают меня. Я была заносчива и не знала, что есть что. К тому же я была упрямой и непокорной. Если бы факты не настигали меня снова и снова, то я не знаю, как далеко бы я зашла в заносчивости. После этого подлинное значение слов Божье обличение и суд есть свет? Свет спасения человечества и нет лучшего благословения, милости или защиты для человека? Стало мне немного понятнее. Ага. Слава Богу! Если люди хотят, чтобы их характер изменился, то это неотделимо от Божьего суда. Да. 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 Я с покорностью помолилась Богу и, наконец, смирилась с назначенным мне долгом. Даже если меня никогда не повысят, я была готова подчиниться Божьему обустройству. Аминь. Аминь.